Всем добро! С вами я, Стив Про, и сегодня вы узнаете, что будет, если не спать 3 дня в Майнкрафте 1.11. Если верить словам разработчиков, если мы сами не будем спать 3 дня в Майнкрафте, в нашем мире появятся фантомы, которые нас будут убивать. А так это или нет, мы сами сегодня это узнаем в этом видеоролике. И сейчас мне предстоит создать мир выживания, предстоит добыть блоки, а также предстоит сделать коробочку из стекла, дабы вам все было видно. После чего, ребята, я стою у ФК и буду не спать ровно 3 дня или 3 ночи в Майнкрафте, и мы сами посмотрим, что из этого произойдет. Ну что ж, ребята, спустя где-то 5 минут я построил вот такую небольшую коробочку из стекла. Сейчас, ребята, мы сами ее до конца достроим. Текс, вот так. И, ребята, вот у нас готовая коробочка из стекла. Мы сами сюда теперь заходим. Вот так, ребята. И крыша у нас также будет из стекла. Только я, ребята, маленько накосячил. И ладно, у нас, ребята, будет крыша вот такой. Она бы нам как бы особо сразу не мешает, ребята. И я просто встаю в ФК. Давайте мы сами найдем сторону, в которой более приятнее смотреть. Ребята, вот, верно, в ту сторону, ребята, лучше смотреть, потому что, как бы, там больше всяких объектов, и, ребята, я думаю, что мобы будут спавниться именно в этой стороне, и, ребята, мы с вами посмотрим, что будет, если мы сами не будем спать 3 дня или 3 ночи в нашем Майнкрафте. Ну что ж, ребята, я просто встаю вот так в ФК, и увидимся мы с вами уже, получается, через 3 дня. Thank you.
Ну что ж, ребята, прошел практически целый час, прошло уже 3 ночи, но точнее сейчас идет 3-я ночь, но если, ребята, вы играете в Майнкрафт, вы знаете, что фантомы появляются только ночью, а днем они начинают гореть. И давайте, ребята, посмотрим, что у нас сейчас происходит. Так, ломаем стекло, и, ребята, пока никого, кроме криперов, скелетов, ребята, утопленников, я как бы не вижу, ребята, ни фантомов, никого нету, это довольно странно. И, кстати, подобный эксперимент мы сами уже проводили, но тогда, ребята, я посчитал, что он был неточным, но, ребята, уже второй раз никого у нас нету. Хотя, ребята, когда я раньше выживал, да, иногда появлялись эти фантомы, но, ребята, почему-то сейчас их нет, и хотя прошло 3 дня, их, ребята, реально нету, это довольно странно, ребята, вы сами все видите, что вот я бегаю, и они, ребята, не появляются. Это довольно странно, такого я не ожидал, ребята, я думал, что все-таки что-то произойдет, но фантомы почему-то не появились. Возможно, ребята, нужно подождать 4 дня, ну, ребята, как понимаете, мы сами подождали 3 дня, как нам сказали разработчики, и в итоге, ребята,
ничего не произошло. То есть, получается, либо фантомы появляются либо на четвертый день обеда, либо на пятый, но никак не на третий, потому что обеда уже прошла практически третья ночь, а фантомов до сих пор нету. Так, Стив, давай покушаем, может быть, они все-таки сейчас, ребята, появятся. Давайте мы с вами реально даже побегаем по миру, вдруг они реально где-то заспавнятся и нас начнут убивать, ребята. Такое может произойти, что нам нужно просто побегать, но я их, ребята, до сих пор не вижу. Я думаю, что, скорее всего, они появятся именно на четвертый или же все-таки на пятый день. Соответственно, ребята, если сейчас они не появятся, значит, что они не появляются на третьей ночи, а появляются, ребята, именно на четвертый или на пятый. Так, ребята, бегаем. Пока кроме зомбиков, криперов, скелетов, пауков, ребята, я никого не вижу, реально. Ребята, вы просто посмотрите, все, только остались зомби, скелеты, криперы и, ребята, пауки, все. Фантомов у нас нету, и, ребята, никто, кроме этих мобов, больше не появляется. О, ребят, смотрите, зомби в золотом шлеме и скелет в кожаной броне. Довольно такая большая редкость. И, ребят, смотрите, никого нету. То есть фантомов, ребята, до сих пор нет. Вот небо. Оно, ребята, совершенно чисто, и никаких там летающих мобов у нас в небе нету. Соответственно, ребята, вы знаете теперь, что будет, если не спать 3 ночи в Майнкрафте, ребята, правильно, ничего не будет. Ребята, нужно спать именно, точнее, не спать 4 ночи или 5 ночей, чтобы появились фантомы. Ну вот, ребята, я бегаю, я прыгаю, ребята, и фантомы до сих пор не появились. Соответственно, ребята, на третьей ночи они, к сожалению, не появляются, как нам говорили разработчики, ребята. То есть они маленько нас обманули, и они появляются, скорее всего, именно на четвертой или на пятой ночи. Но если, ребята, я сделал что-то вдруг неправильно, то обязательно напишите в комментариях. Может быть, ребята, я что-то исправлю, и мы сами обязательно повторим эксперимент, ребята, если я сделал что-то неправильно. Но вроде, ребята, все я сделал правильно, и они, к сожалению, не появились. Ну что, ребятки, а на этом все. Всем пока-пока!